Ну, однозначно я недоволен, прежде всего, результатом. Значит, я считаю, что у команды было достаточно шансов для того, чтобы завершить эту игру победой. Значит, когда ты не реализовываешь, значит, мы пропустили, имея при этом полное преимущество, имели шансы для, еще для завершения атак и удвоить счет. Мы пропустили со стандартного положения мяч. Значит, это усложнило сразу же где-то нам игру. Во втором тайме ребята немножечко растерялись. Значит, поэтому сделали очень много замен, но не только. Мы планировали, то есть мы хотели посмотреть, дать возможность сыграть побольше игрокам, для того, чтобы те, которые не имели достаточно игровой практики в сборной, смогли сыграть. Значит, при этом в конце мы имели преимущество и шансы для того, чтобы выйти вперед. Ну, опять же, мы должны возле чужих ворот быть намного агрессивнее в игровых моментах. То есть доигрывать их до конца и, имея даже полумомент, мы должны высасывать из него максимум. Сейчас, к сожалению, это у нас страдает. Даже имея стопроцентные моменты, мы умудряемся не реализовать их. И это, в свою очередь, влияет на игру и на ее счет. Мы даем шанс сейчас тем игрокам, которые меньше играли, познакомиться немножко со стилем игры, познакомиться с структурой игры. Я понимаю, что входить в такие матчи не всегда удобно игрокам. Но это сборная, ты не имеешь возможности ни тренировочного процесса, ни весь возможности игрового процесса. Поэтому те игры, которые есть у нас, мы должны пробовать задействовать, особенно в товарищеских играх, максимум игроков. Значит, уже в будущем, непосредственно когда будем понимать, что надо наигрывать состав, значит, будем смотреть, как больше использовать именно тех игроков, которых мы планируем играть. Но на данный момент будем пытаться валировать, давать возможность игрокам показать себя. У меня нет никаких претензий к тому, как футболисты подошли к этой игре. У меня нет претензий к тому, как они отдавались на футбольном поле. У меня есть претензии именно к поведению игры. У меня есть претензии к реализации момента. Еще раз повторюсь, очень важно, когда ты имеешь один полмомента, значит, доводить его до гола, и тогда будет намного легче играть. К сожалению, сейчас у нас достаточно моментов, мы их не реализуем. Поэтому сами себе усложняем наши игры.